Всем добро пожаловать на мой канал. Начнем с подготовки корабля. Ставим ангар для СРВ, сканер обнаружения, подробный сканер поверхностей и по желанию точечную оборону, которая сможет подбивать ракеты часовых стражей. Теперь можно приступить к получению чертежа модуля стражей. Летим в указанную систему в описании видео и сканируем ее на 100%. Используйте сканер FSS. Для удобства отлетите от звезды, чтобы она не мешала загораживать собой другие объекты. После сканирования ищем нужную планету и летим к ней. Теперь сканируем ее с помощью подробного сканера поверхности. Находим точку конструкции стражи и садимся туда. После посадки первым делом ищем расположение электромачт. Начинаем искать центральную, так как она должна подняться из-под земли от вашего присутствия рядом. После можно объехать остальные. Пока будете искать остальные мачты, зачищаем руины от часовых стражей. Как все найдете, начинаем активировать их, стреляя из СРВ. Как только вы начнете активацию первой электромачты, пойдет таймер с обратным отсчетом. При каждой следующей активации электромачты время будет прибавляться. После зарядки всех мачт ищем древнюю реликвию. Она будет находиться также под землей. Как только она поднимется, сбивайте ее и грузите к себе в СРВ. Теперь можно возвращаться к центральной постройке. Там будет специальная ячейка, туда и кидаем нашу реликвию. Ждем сферу и сканируем ее. Чертеж получен. Чтобы получить еще, просто перезаходите в игру. Также не забывайте сканировать данные и собирать материалы. Вышки с тремя ячейками, расстреливая которые, выпадают материалы. И данные после сканирования обелисков. На этой планете находятся древние руины. Там тоже можно будет посканировать обелиски. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Макс.